Люди все время делят все. Да вот, кто кому чего. Я и вот это, а она мне вот это, а я это, а да я вот это. Чего делим? Вот всегда, вы себе всегда задайтесь вопросом. Вот если началась дележка, чего делим? И сколько будет стоить это все дележка? Ну вот, потому что сколько она будет стоить нервов, сколько она будет стоить того же самого конфликта. Вот. И когда подумаете про это, ну как бы, и посмотрите пошире. Вот. Может, там что-то другое можно еще додать, понимаете? Здесь обменять. Вот. Может, что-то подарить, понимаете, создать положительный, так сказать, контекст для взаимодействия. А начинаете делить, все время будет всем не хватать.